Всем привет! Сегодня мы приготовим жареные креветки с сладко-острым соусом. Итак, поехали! Для начала добываем огонь. Для этого блюда нам понадобятся непосредственно креветки, мука, вода, мед, соус барбекю, острый соус, соевый соус, масло растительное, соль, приправка. После того, как добыли огонь, идем занимаемся тестом и затем креветками. Для теста нам понадобится непосредственно мука, солим ее. Можно, наверное, чуть побольше. Добавляем приправку. По вкусу. Перемешиваем, добавляем воду. И тщательно перемешиваем. Консистенция должна получиться жидкой сметаны. Вот такая консистенция у нас получилась. Берем наши креветочки, отрываем голову и затем чистим от панциря. Вот так, оставляю хвостик. Однако хлопотное это оказалось дельце, но мы это сделали. Креветки почистили. Переходим к соусу. К меду добавляем острый соус. Не жалея. Дальше соевый соус, соус барбекю, чуть-чуть, и лимон, и лимонный сок. Все тщательно перемешиваем, и наш соус готов. В сковороду наливаем масло, не жалея, делаем фритюр. И ставим на огонь. Масло нагрелось. Берем нашу креветочку, окунаем и опускаем в масло. После того, как наши креветки обжарились, выкладываем их на салфетку. Ну что, осталось все это дело попробовать. Берем нашу креветочку, пускаем соус. Это очень вкусно. Пробуйте, готовьте, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!